При обнаружении подозрительных предметов исключить использование радиостанций и сотовых телефонов, назначить посыльного и отправить в оперативный штаб для принятия решения. Мобилизован весь личный состав УВД Ленинского района. Сотрудники в полной боевой амуниции. Алгоритм действий отработан до мелочей. У каждой оперативной группы свои задачи. Отработать эти задачи, выявить недостатки, проверить, как проходит сигнал о чрезвычайной ситуации по подразделениям, в том числе как силовым, так и гражданским. И как это все скоординировано. Наша задача. Подобно чрезвычайной ситуации, оперативно действовать должны не только силовые структуры, но и гражданские институты власти. Эвакуацией людей, их размещением, их питанием занимается администрация. А что касается блокирования, отцепления силовых операций, этим занимаются силовые структуры. Сотрудники полиции Ленинского района разбились на блокпосты. Задача этих блокпостов – не пропустить предполагаемых террористов с места проведения операции. Сейчас там у первой школы спецназ штурмуют здание. Из прошедших сегодня учений, которые продлятся весь день, будут сделаны соответствующие выводы. Ошибки, если таковые обнаружатся, учтут и отработают. Илья Кремнев, Михаил Решетов, Ольга Садовская, Видное ТВ.